Модели с сексуальным подтекстом представил на Ukrainian Fashion Week дизайнер Алексей Залевский. Основной элемент нарядов – презерватив. Организаторы подчеркивают, это не роскошь, а средство защиты от заражения опасными инфекциями. Показ поддержал фонд «Антиспид США» в Украине. Экстравагантные модели Алексея Залевского с использованием 5000 кондомов дополнили его весеннюю коллекцию. Таким образом, молодой дизайнер подчеркнул необходимость защитить себя от таких опасных инфекций, как ВИЧ и СПИД. Такие латексные изделия, утверждает автор, всегда в моде. Гламурные, здоровые, красивые, в тренажерные залы ходят, и их эта проблема не коснется. Но на самом деле эта проблема может коснуться каждого. И люди должны понимать, что это касается не только групп риска и обычных людей на улице. И поэтому презерватив должен войти в нормальный гигиенический обиход наших всех людей. Цель мероприятия – обратить внимание общественности, правительства на необходимость и важность поддержки программ профилактики передачи ВИЧ-инфекции в Украине. Мы знаем, что презервативы – наиболее экономически эффективный способ профилактики СПИДа. Более половины всех случаев заражения этой инфекцией в Украине передается половым путем. Ценители модных новинок по достоинству оценили работу Алексея Залевского. Наряду с новыми веяниями, конечно же, не могли не заметить намек дизайнера на необходимость заниматься сексом максимально безопасным способом. Было несколько таких интересных моделей. Как раз вот с первого взгляда видно, что и он защищает вот именно такие, такой придерживается политики и, ну, придерживаться таких взглядов и как бы несет эти взгляды, свои убеждения, несет в массы, несет в молодежь, в принципе, для которой его одежда и предназначена. Весенняя коллекция Алексея Залевского будет представлена в Нью-Йорке на показе, который пройдет с 9 по 16 февраля. Там модники Украины и Америки под общим лозунгом «Всегда в моде» объединятся в борьбе против распространения ВИЧ-инфекции. Инесса Занина, Руслан Белозеров, UATV.